Итальянская компания Marchesini Group, специализирующаяся на разработке и производстве оборудования для упаковки фармацевтических и косметических продуктов, провела презентацию своей линии по розливу вакцины. Компания Marchesini основана Массимо Marchesini в 1974 году в Пиноре. Сегодня это международная компания, которая включает в себя 14 подразделений и 10 заводов, на которых трудится более 1300 человек. Группа Marchesini является лидером в поставке комплексных линий и машин для фармацевтической промышленности и имеет представительство в более чем 100 странах мира. Сегодня мы запускаем линию на Vector Bialgam, линию для розлива вакцин, в том числе от COVID-19, в две формы, либо в ампулы, либо во флаконы. Мощность этой линии максимально 9000 единиц в час. Группа Marchesini презентовала линию, которую она поставила и монтирует для компании Vector Bialgam, которая уже хорошо известна во всем мире как разработчик и производитель вакцины против гепатита А. Для нас это большая гордость участвовать в производстве вакцины и в то же время большая ответственность. На сегодняшний день компания Marchesini делает за 6 месяцев то, что обычно делается за 12. В любом случае, необходима сервисная поддержка, локальная, и, конечно же, поддержка от производителя. Хотелось бы, чтобы для приезда наших иностранных инженеров была какая-то дополнительная зеленая линия, чтобы они получали визы и могли быстрее приезжать для обслуживания оборудования. В этом году компания Vector Bialgam начала производство вакцины от коронавируса Epivac Corona на разработке научного центра Vector. Новая линия позволит существенно нарастить производство и полностью закрыть проблему вакцинации в России. Если рассматривать еще ту линию, которая сейчас на стадии монтажа находится, то где-то к концу года мы выйдем не меньше, чем на 10 миллионов доз в месяц. Борьба с коронавирусом потребовала мобилизации колоссальных ресурсов и стремительного технического переоснащения российских фармацевтических компаний. Восстановленная и вновь созданная материально-техническая и производственная база позволит и в дальнейшем оперативно отвечать на любые вызовы природы.